Всем привет! У нас время 11 часов утра. И я сейчас готовлю кушать. Я уже поставила варить холодец. Так, а что-то холодец-то я ничем не накрыла, да? Где у меня крышка? Куда я ее засунула? Тут ворона. О. Так. Одну кастрюлю, вторую накрыть крышками. Сейчас подождите секунду. Что я крышку найти не могу. Ладно, я пока так стоит, варится, потом крышку найду, что не могу найти крышку. Куда делась? Чем я сейчас занимаюсь? Я режу куриные желудочки. Извините, тут просто свет сегодня. Какой-то бешеный свет прям с улицы. Солнышко светит. Хотя утром было минус 15 градусов. Я сейчас режу желудочки, хочу суп сделать с желудочками, сварить. Поэтому вот так вот как-то. Я наступил на мою машинку. Мне же больно. Егор уже с Оксаной пришли со школы. Егор только сейчас чухнул, что камера. А тебя не видно было, все равно тут такое солнце слепит, что ничего не видно. Что ты ищешь? С чем попить? Так он кексик брал? Да. Поэтому с нечем. Там печеньки есть, пряники есть, сушки. Печенек есть. Нету. Печеньки уже все съели, надо опять брать. Я их даже не ел. Вон сушки есть, вон булочку. Сушки, Сашкина. Так сушки на то они и твердые должны быть. Ты что, все мягкое только кушаешь, как старый дед? Так вот. Ладно, дорогие друзья, готовим кушать, потом покажу все. Вы что делаете? Спать. Играешь? А ты спать легла, что ли, опять? Мультики смотреть? Ванины маффинки, да, Ваня? Он их спать ложит. Машинки Ванькины. А где такая вот недавно? А вот вторая такая у тебя. Ой, две, да. Две. Да. Егорка всю свою коллекцию Ване отдал, да, Ваня? Так она уж давно. Ты опять без штанов? Что опять? А резинок нету на колесах, да? На двух есть резинки, на этом нету. Ну, где-то потерял. Ладно, играйте, мама дальше будет кушать, готовить. Еще резинки на колесике нету. Они тут из чего мультики смотрят? Да? Да. Ну, как сам достанет эти колготочки, аккуратно только одеяло с себя не снимай. То у Марины привычка есть такая, на окно ложить колготки. Хоть сколько раз переоденься, все равно на окно. Да, это Марина. Ну, это не твой. Майк Вазовский, да, там. Иди играй. Вот и сидит, играет, да, Ваня? Весело тебе? Да. Дорогие мои, я продолжаю готовить. Супик буду варить. Там у меня желудки варятся. Здесь у меня
ножки для холодца варятся, ножки и утки. Будем делать холодец опять. Поставила морковку обжаривать. Так, сейчас хочу немножко кастрюльку туда отодвинуть, чтобы сковородка у меня полностью поместилась. Сделаю зажарку, а потом уже сковородку нормально поставлю. Пока там пускай желудки хорошо варятся. Лук закидываем. Спрашиваю у детей, с чем суп сварить все. С рожками. Я говорю, может, тогда уж со спагетти, не с рожками. Я говорю, вот эти ваши рожки уже надоели. Ладно, согласны все со спагетти. Ладно, продолжаем готовить дальше. Дорогие друзья, я сейчас хочу сделать Ванечке чай. Скипятим чай. Чай хочу запарить каркаде. Давно что-то не делала витаминный чай. Витаминный чай очень полезен. Напишите, кто со мной согласен, а кто нет. Так, мне надо какую-то баночку сделать под чай. Вот эту вот баночку сделаю под чай. Тут у меня урмалу есть еще банановый. И каркаде сейчас буду делать такой вот чаек. Он полезен. И он очень вкусный. Так. Ой, листочки попадали. Напишите тоже, кто любит какой чай. Это будет очень интересно посмотреть, кто какой чай любит. Кто-то, может, вообще чай не пьет. Вдруг есть такие. Ну, это все сейчас запарится. Все это убираем назад. Вчера, кстати, заходила в магазин, не знаю, показывала, нет, взяла вот такой вот сливочный цикорий, у меня детки его любят, и какао какое-то дешевенькое за 38 рублей. Я хотела его для выпечки, но дети уже открыли, начали пить его. Так что вот так вот. Тут пряники у них еще. Что-то конфетки. Ладно, продолжаем дальше готовить, кушать, а вы оставайтесь со мной. Решила я еще в суп добавить взбитое яйцо. У меня суп же будет со спагеттими. Да ничего, Катюша, у меня Катенька пришла уже со школы. Как у тебя дела в школе? Нормально. Ну это хорошо, что нормально. И будет вкусный суп со спагеттими. И со взбитым яйцом. Сейчас еще немножко доварится. Добавлю зелени. И будет наш супик готов. Все. Ждем приготовления супа. А пока наш суп готовится, я хочу сделать, короче, пирог. Сюда засыпаю 2 кружки манной крупы. Манник будем стряпать. И сейчас зальем все это еще кефиром. Сейчас достанем наш кефир. Сейчас, Ванечка, сейчас. Раз. Мама. Да, доча. Видел опять новый автобус. Белый. Ну, все. И 2. И надо все это дать настояться, чтобы оно хорошо настоялось. Все это тщательно перемешиваем. Yeah!
все оставляем где-то на полчасика, чтобы настоялся. Пока у нас настаивается манка, я хочу сюда, в тарелочку взбить яйца. Я на столько манки буду ложить 3 яичка. Дальше потом сюда надо добавить сахар. А если кому надо в ингредиентах, количество в граммах, я вам напишу в личку. Но я по-своему делаю. Поэтому будет так. И все это взбить. Если у кого есть миксер, можете миксером взбить. Знаете, что я еще сейчас решила сделать в манку, в саму манку? Добавить разрыхлителя. И тоже это перемешать, чтобы оно все набухло. И пусть дальше стоит, настаивается. В эту смесь теперь добавляем растопленное сливочное масло. Ваня, иди в комнату туда, пожалуйста. И все это перемешиваем. Кто любит манник с изюмом или с чем-то еще, в конце можно будет добавить, когда уже все тесто сделаем, изюм или какие-нибудь цукаты. Но мы делаем без всего. Все. Наша манка настоялась. И теперь мы эту смесь добавляем сюда. И тщательно все это перемешиваем. И дадим еще настояться 5-10 минут. Пока манка набухает, я приготовлю противень. Помните, я как-то недавно покупала вот такой противень? Потому что мне противней не хватает, мне надо еще купить. Форму вот такую вот купила в магните. Сейчас ее смажу сливочным маслом и хорошенько обсыплю манкой. Решила сегодня манник постряпать. Что-то так захотелось, прям манника. Я прям сильно смазываю маслом вот так вот. Формы, все прям смазываем. Катюша пришла со школы, у нас что уже время? 2 часа дня. Это сегодня все как-то это по-разному приходят. Остались в школе у меня еще Света и Маша, остальные уже дома. Напишите, как вы делаете манник. Мне будет тоже интересно. Вот так вот я смазала всю форму. Стенки тоже смазала. И сейчас просто посыплю сверху манкой. И все, и вот форма моя готова. И вот так вот трясу, и она... Распределяется манная крупа по всем стеночкам, где было все у вас смазано. Что я объясняю? Вы и так все знаете. Еще, наверное, лучше меня даже. Да ведь?
спрашивает, когда я уже пойду в парикмахерскую. Ребят, я пойду ближе к Новому году, чтобы у меня не успели волосы отрасти. Поэтому так вот, да, мне прислала женщина денежку на стрижку. Спасибо огромное, не надо было, вот честно говорю. И также вчера прислала денежку на новогодние подарки детям. Эту денежку я хочу сделать отдельно, коробку от подписчицы. Если вот что, сделаю и туда куплю подарки. Если вы можете, напишите в личку, что бы вот вы хотели, чтобы вот я им как бы от вас подарила. Мне будет тоже это очень приятно. Так, ладно. Сейчас будем заливать тесто. Сейчас я вам покажу все. Так, форму мы смазали. Сначала маслом и потом манной крупой сделали. И сейчас мы будем тесто наше заливать в форму. Заливаем, заливаем наше тесто в форму. И распределяем по всей форме. И ставим выпекаться в духовку при 180 градусах на 20-30 минут. Смотря какая... Ну, я всегда ставлю при 60 градусов минут на 20-30. Смотря какая у кого духовка. Поэтому смотрите по своей духовке. Отправляемся в духовку. Так, дорогие мои друзья, духовка у нас разогрелась уже до 160 градусов. У меня стоит. И я сейчас поставлю наш манник выпекаться. По мере выпекания буду вам показывать. Так, я уже наложила супик по тарелочкам. Сейчас остынет, и детки будут кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Скажи, Ванечка, всем привет. Привет. Ванечка сел кушать супик, да, Ваня? Вкусный супик? Да. Ой, как вкусненько. Ваня будет супик кушать, а мама будет кофе пить. Давай, мама. А, у тебя тут чай, да? Давай, мама, тебя подвинет сюда. Подожди. Подожди, сынуля. Мама тебя немножко вот сюда вот подвинет. Мамой, ты... Там твой стул, да. Сейчас, подожди, мама. Ешь пока супик, мама сейчас твой стул освободит. А то тут заставили твой стул. Сейчас, подожди, мама достанет стул. Подожди, мама тебе достанет. Сейчас. Ваня хочет свой стул. Садись. Да, садись. Вот, давай, мама тебя подвинет на свой стул. Да, вкусный супик? Да, твой стульчик, да. Да. Кушай давай. Ой, как вкусно, да, Ванечка? Не надо пальчиками помогать, пускай так. Я сейчас, наверное, тоже поем супика. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита, мы будем кушать. Со своим майонезиком, да, Ваня? Ваня тоже майонезик положили, да, Ваня? Тоже майонез есть. Тебе хлебушек надо? А, у тебя есть хлебушек, ну ешь. А мама все без хлеба ест. Вкусно? Да. Оксана, ты будешь кушать?
Ванюша поел, я тоже перекусила. Маник еще выпекается. Как выпекется, я вам его покажу. Дорогие друзья, достала уже из духовки манник. Вот такой вот он у меня получился. Сейчас я его выложу на тарелку и покажу вам. Дорогие друзья, у меня нет квадратной тарелки, поэтому я решила пока на доску буду выкладывать. Я. Видите, как он легко освобождается? И сейчас мы с вами его разрежем. И посмотрим, какой же он у нас будет в разрезе. Очень вкусный пирог получается. Вот такой вот пирог у меня получился. Очень вкусный. Манный пирог. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Но я сейчас дам деткам, пусть пьют чай с манным пирогом. Он остынет, я его сразу нарежу, чтобы он остыл. И все. Рецепт, если не забуду, постараюсь оставить под видео в описании. Если вам понравится, не забывайте нам поставить лайки и подписываться на наш канал. На этом сегодняшний, наверное, влог завершу. И буду записывать уже другой. Прошу извинения. Ставьте лайки. И всем пока-пока.